Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание дня. Громкое событие. Давай посмотрим. Помогите коварным пиратам выиграть игру, несмотря на то, что шпиори знает, кто прячется под надгробиями и разыгрывает против армии противников нужные карты. Ну как? Против бета... Подожди-ка. Ну да, против бета-каротина мы играем, получается. Попробуем, получится у нас или нет. Хорошая карта, друзья мои. Но... Да ну. Да ты серьезно, блин. Ладно. Попробуем. Для начала так. Что у нас? Ну, естественно. Естественно. Так, надо что-то делать с этой... Блин, тут еще и этот сидит. Сразу же причем его дали, да? Попробуем так сделать. Так, что он там придумает сейчас? Там было сказано, разыгрывает нужные карты. Понятно, вдвоем, да? Эй! Харе! Ну так я считаю нечестно, ребята. Вдвоем, блин. Так, у нас защита же сработает. Ну-ка. И... Так, вытягиваем карты. Так, прекрасно. Что же сделать лучше-то? И как сделать лучше? Блин. Давай-ка я вот так, наверное, поставлю. Просто посмотрю, что он будет делать. Ха, гарлика позвал, да, чеснока? Честно получаю. Ну, блин, вот этот на воде бесит уж. Не могу прям. Заморозить его, что ли? А это заморозка всех растений. Ай, шикарно как. Ну, по мне, ребят. Твою налево. Что он там делает? Шаманим, да, что-то? На, получи. Так, давай думать дальше. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я могу сделать так и вот так. Пока больше ничего в голову не приходит. Надеюсь, у него нет могилоедов там. Понял, что он творит? На, получи. Поехали. Так, так. Хлоп, хлоп. И не хлоп. Но у меня только один вариант, вот так вот сейчас ставить. Вот что он сейчас будет мутить, я не знаю, ребят. Если он кого-то здесь уничтожит... Блин, ты посмотри, а. Ты серьезно? Шаман со двух приемов делает. Слушай, ну по идее ему крышка должна быть. Раз и два. Сейчас этот ударит и этот. Поехали. Там пускай прокачиваются, там же нам все равно. Ну что, ребят, победа.
Так, выиграли мы с тобой это событие. Так, чего там? Нанесите 300 единиц урона героям. Нанесите 20 супермозгом. Ну да, ребята, мы с вами выполнили сразу же еще и задание. Так, нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. Вот это вот Нептусию-то, конечно. Ну что ж, давай попробуем нанести 20 единиц урона Нептусию. Я за нее играть не умею, если честно. А они тут мне: Нептусию, поиграй. Давай создадим что-нибудь прогрессивное. Так, Нептусия, на чем ее разыграть? Вот вопрос меня какой интересует. На пиратах, может быть? Или на спортсменах? На пиратах или на спортсменах? Нептусь, в принципе, как бы лучше, мне кажется, на пиратах попробовать. Как бы неплохой вариант. Но и на спортсменах тоже было бы неплохо. Как ты скажешь? Как ты считаешь? Не знаешь? Вот и я не знаю. Наверное, все-таки на пиратах я попробую. Я попробую, ребят, на пиратах сыграть. Так, этих возьмем. Этих. Раз, два. Так, возьмем пару бочек. А это у нас пират же, да? Крошка ниндзя, блин. Может этого взять? На воду поставим, пускай прокачивается, да? Шар взяли. Так, пиратов. Раз, два, три. Так, а кто же там прокачивается? Я вот не помню, ребят. Кто-то там из них вроде как прокачивается. Ну и последняя карта. Кого возьмем? Не особо, да? Ну, попробуем. Вроде хочешь на пиратах, и в то же время смотришь, блин, это нужно, то нужно, и хочется, и колется, и черт узнает. Тем более мне дают розу 47 ранга. Ну что может быть, ребят, хуже, чем роза? Я не знаю. Наверное, ничего. Наверное, ничего. Пускай на воду. Сейчас посмотрим, ребят. Будет он тратиться? Или нет? Опа, потратился. Теперь будем знать, что у него в данный момент ничегошеньки нету. На чем? На хилках или на заморозках? Непонятно. Оу. Так, что-то сейчас будет. Так, гриб этот надо валить, наверное, да? Ага, жаба. Серьезно? Сейчас кого-то превратит в козла, наверное. Испугался, да? Так, кто там появляется у нас? Ну, тоже неплохо.
Так, он все на своей солнечной энергии шпарит. Ну, жаб у него там дофигища должно быть, я так понимаю. О, видишь, что творит. Чтобы поменьше получить урона. Так, значит, мы можем с тобой сделать следующее. Вот этого убрать в нагрубие, да? А можем всех убрать. Чё себе? Надгробия-то какие появились тут. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Розу поставил. А чё такие здоровые зомби-то, эй? Все, он сдался. А чё, почему такие зомби здоровенные появились, ребят? Я не знаю. Но 21 урона мы не нанесли, к сожалению, пока еще. Погнали дальше. Такие здоровые зомбари. Они, видимо, были маленькие, а потом, когда начали появляться, стали здоровыми. Там виделся могилу даже здоровый. Так, а этот 100%, ребята, у нас на хилочках идет. Орех на хилах. А может быть, на орехах, но, к сожалению, я не взял с собой баллончик. И это плохо. Баллончик я не взял с собой. Так. Хм. Он у нас прокачивается, если я не ошибаюсь, друзья мои, он прокачивается у нас за счет ландшафта. Так, смотри-ка. И что он творит? Окей. Так. Давай-ка сделаем вот так. Но он уже понял, что я на пиратах буду играть. 100%. Тут 39 ранг, он наверняка встречал эти колоды. Не-не, это не поможет. А видишь, он прокачивается, да, за счет ландшафта, ребята. Ландшафт выставляет и... он прокачивается. Вот сиди и думай теперь, что делать. Как быть-то? Это однозначно погибнет. Я, наверное, сделаю вот так. Вот так. И вот так. Ты прикинь? Но нифига ты, жучара. Кукуруза у него. Так, ладно. И защита, блин, сработала. Что прикажете делать, друзья? Давай так сделаем. Опа, у него надгробие есть уничтожить. Вообще все уничтожил мне. Так, еще и восстанавливать. Ну, это то, что восстанавливать здоровье, это фигня, ладно. Так, у меня защита-то будет сегодня срабатывать? Так, пират. Пират. Ну что, я могу, наверное, вот так сюда поставить? Посмотрим, есть у него еще могилоед? Ага. Окей. Что еще там у него? Галактические сады он эти... Слушай, а я ландшафт-то не взял вообще ни один, да? Это мне не нужно сейчас. Два и пять, семь. Давай вот так вот сделаем, наверное. И вот так.
Сейчас у него опять это будут, да? Могилу уничтожать будет сейчас. А, нет. Так. Что мы будем делать с этой, с яблоней? Вот скажи-ка мне на милость. Я не знаю. Он меня сейчас уничтожит. Он меня уничтожит, друзья. Давай так сделаем. Может, что выпадет? Какая карта? Уберите вот этого вот. Вот этого убери. Да кого ты убрал-то, ну? Да. Да все, ребят, тут фейл. Опять. Еще и Розу позвал. Даже если я Розу выбью отсюда, да? Что мне это даст? Не знаю, ребят, что мне это даст. Да ничего мне это не даст. Поехали. Сундук. Понятно, здесь не пробьем, блин. Тут тоже, блин, не пробьем нифига. Ну, 20 единиц урона мы уже нанесли, наверное. Ну и чё, ты прикажешь мне сундук ставить сюда? А другого варианта нету, ребят, только сундук ставить. Ищи, что творит. Ну, Розу давай сюда в конце, чё уж там. Чё-то не то делает, ну ладно, фиг с ним, пускай. А вот и Роза. Была бы у меня Роза, я бы вообще бы тут шиковал бы. А так что? Так я не знаю, ребят. Давай еще вирус. Да балалайку там. А не вирус. Ну, Роза-то все равно сейчас подобьет нас. А, ну да, должна же. А почему Роза? Она же, по идее, должна была. Вот так вот сделаем. И вот так. С прочерком, да? Ну, понятно все, ребят. Тут уже как ни крути. Тут уже как ни крути, но ничего не поможет. Все. Ну что, 20 единиц урона нанес я? Я нанес. Но там какой-то еще стоит. Сколько там нанести надо в совокупности? 300 единиц урона. Это же сколько надо мне выиграть боев-то? Чтоб 300 единиц урона-то. А, друзья? Че, сыграем партийку за зеленую тень? Попробуем. 300 урона, это получается, если по 20. По 20 урона, ну, это дофига. Это нужно, ребята, дофигища там делать. А че это у меня тут арбуз? Это колода вообще не так. Это экспериментальная колода, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Нептус. Есть у нее там осьминожка или нету? Как думаешь? Конечно, есть. Конечно, есть у нее осьминог. Это я заметил всегда так, ребята.
Что, сдувать ее или не стоит? Наверное, не стоит. Давай посмотрим, что там сделает. О, видишь, валун. Едем дальше. Гриб. Ну, гриб-то 100% не должна нас валуном уничтожить, да ведь? О, как, да? Ну что ж, давай. Потом кто-то из них улетит отсюда. Что-то у меня быстро так здоровье улетает. Уже 11, сфига ли, спрашивается. Так, 3, а у него 5. Попробуем его сдуть. Ну какой, блин, осьминог-то, ёпрсете, блин. Давай. Другого варианта я не вижу, ребят. Как меня вот это... Вот он меня раздражает просто. Честно тебе скажу. Просто выбешивает. Заморозку мы оставим. Если сейчас он этих шитиков наплодит, здесь еще один есть у него, да, например, то это все, это трындец. Он осьминога может поставить сюда, обратно на воду. Еще не легче. Еще, ребята, не легче. Да это крышка нам, ребят. Этот прокачивается на 6, и этот остается 3. Все. Колода экспериментальная, поэтому... Ни первого хода не было. Офигеть, у него вот столько было, у него сработала защита уже. Нормально? На половине. А у меня нет, блин. У него вот отсюда вот сразу набралось. Эй, тень, с тобой ничего не сделаешь. С этой колодой, с дебиной. Это я, ребят, по-моему, там хотел колоду наполовину орехи, наполовину... Точнее, эти фасоли наполовину орехи. По-моему, так. Ну и сам видишь, нифига не получилось там, короче. И я ее забыл убрать. Обычно мы начинаем, когда играть за кого-то, колоду собирать с нуля. Ниндзю он вызвал, да? Ниндзю тут надо убирать. А посмотрим, что он там дальше придумает. Давай так вот поставим на всякий случай. Черт его знает, что он там на уме. Что ты там задумал-то, парнишка? Я, кажется, знаю, что он там задумал, ребят. Ну, возьмет он пирата. Пускай берет пирата. Дам ему понаслаждаться, блин.
Там у него потом заморозка будет, 100% тебе говорю. О, видишь, что придумал. Давай кого-нибудь сдуем. О, как. Не того, конечно, кого надо, ребят. Сейчас будет заморозка, наверное, скорее всего. Если есть у него. Иначе мы тут будем хапать, хапать и хапать. А, он вот так даже делает. Сейчас, сейчас, сейчас прокачается. 8 в лицо. Нормально? Ага. Прочерк. Ух. Поехали. Опять тупо, опять тупим. Так, здесь получается 2. Никак не выходит. Твою налево, никак не уходит. 8, ну 8, ладно, мы еще переживем. Заморозка у него может быть, понимаешь, в чем дело? У него может быть заморозка. Так, 2 и 2, 4. Никак не выходит. Ладно, сделаем так. Угу. Если бы я знал, что ты вылезешь, блин. Воу, 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 воу. Кто бы мог подумать, что вот такой хмырь, ребят, у него выйдет. Ну, все, фейл. Знаешь, что бесявое? Я тебе сейчас объясню. Так как у гриба нету никаких там ананасовых бомб или еще что-нибудь, мне не выпала элементарная фасоль, которая откидывает врага. Ну, то есть я тебе сейчас покажу, какая именно. Это, ребят, рандом все. Вот. Вот он не выпал, и все, ребята. И пиши пропало. Если бы я знал, что там будет... А, ну в любом случае не получилось бы, да? Он прокачал на атаку. Хотя, почему? Если бы мы сделали бы с тобой, например, поставили бы за 4. Но я, правда, не знаю, ставится ли он в 2 ряда. Короче, там не забивай голову. Еще бы не вышло. Ничего бы там не вышло. Ладно, давай смотреть, что тут получится. Так, пошли доборы, да, значит? Окей. Набирает картишки. Ананасик. Клананас. Ты завяз... О, хо-хо-хо-хо. Хо-хо-то не хо-хо. И это и то сразу же. Захотел чё? Ты давай определяйся. Либо-либо. Какой 46-й ранг? Ага. Так, подожди-ка. Если я поставлю сюда этого. Или лучше все-таки... Или все-таки лучше вот так сделать. Давай-ка так. Блин!
Сейчас же блок у него сработает. Ё-моё. Надеюсь, у него... Сейчас будет доборы свои делать и прокачивать, естественно. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот что вот сейчас делать? Давай так. Уже терять нечего просто. Там у него заклинашки есть, не зря он брал эту. Так. И безумие берет. Так, ну слушай, сейчас мы с тобой ландшафты-то эти поменяем однозначно. Прокачал, да? Так, ну его надо шлепать однозначно. Вот этого хмыреныша надо уничтожать. Так, а здесь сделаем вот таким вот образом. Посмотрим. Да ёк-макарёк, ты заколебал, а? Но все равно мы его уничтожим. Гриб. Ну. Все равно же утянет, да, ведь? Конечно, утянет. Утянет его сюда. Перетянул. Давай смотреть, что там у него. Я не знаю, ребят. Ох ты, вирус у него, прикинь. Ну, конечно же, ёпперстэ, ну... Кто бы мог сомневаться, что у него не сработает. Бесит аж, а? Ну и чё мне этот гриб? Его все равно сюда перетянет. Хрен его знает, что делать. Придурочный это, блин. Все, я обсох, ребят. Больше у меня ничего нету. А у него вирус. Как тебе такое раскладится? Все, блин, короче. Начинает игра, короче, вставать в позу. Просто в позу, ребят, встает. Кто? Давай какого-нибудь уберем отсюда. Все. Угу. Как меня вот это раздражает, а? Да и... Ребят, ну это уже все. Это уже по-другому не знаю. Это издевательство просто самое настоящее. Ты понимаешь? Самое настоящее издевательство. Фиг ли ты мне свои тут цветочки-то подкидываешь? Все, его утягивают. Короче, понятно. Хрен тебе называется, не микс, ничего не дают. Так, три. И у него еще вирус, понятно все, короче, ребят. Когда у меня был вирус, я его применял. У меня столько вирусов не выпадало, понимаешь, чем дело? Тут уже ловить нефиг.
Я умываю руки, это бред какой-то. Это вот невезение, или как его назвать, я не знаю. Последний раз играем за гриба. Ты понимаешь, дело в том, что когда тебе нужна какая-то определенная карта, ее нету. А у твоего противника, как назло, эта карта есть, блин. Вот это вот называется идиотский рандом, блин, понимаешь? Как вот это вот невезение пойдет, сейчас тут опять будем получать. Ну ладно, с этим сейчас разберемся. Это только начало, блин. Сальцы, ты со своими ударами этими, блин, бесявыми. Ну давай уже ходи, что ты там тупишь, блин. Не пойму, ни одного микса не выпало, вообще ничего. Играй как хочешь, называется. О, выпал. Ага. Ага, ну ладно. Он наверняка его прокачивать будет, да, или что? Что он сделает сейчас? Я не знаю, ребят. Твою налево, я забыл про этот, а? Я и забыл про вот этих вшивых танцоров-то, что у него могут быть. Сейчас посмотрим, если сейчас еще кого-то поставят. Но это танцор, поэтому... Поэтому что? Давай так вот сделаем. Ну и вот так, наверное. А, видишь? Танцулечка. Вылезла. Дай защиту. И... Ураганчик. Так, готовимся к шляпнику. Потому что 100% выйдет шляпник. Это я уж точно тебе говорю. Вот это вот нафиг мне нужно, я не знаю, ребят. Увеличение атаки. Не легче, да? Ладно, сделаем тогда так. Так, поехали. Посмотрим, что он там будет делать. Вот, конечно, будет выносить мозг сейчас. Этот вампирчик будет нам выносить мозг. Я уже знаю, кто там у него. Так, танцор. Как сделаем-то? Давай, наверное, вот так вот. Кого мы сдуем? Хочу вон того сдуть, крайнего. А с другой стороны, зря я, наверное, так сделал, ребят. Он же этого вампиреныша, блин, поставит, куда нам не нужно. Ну давай ходи ты уже. Сейчас мы получим люлей еще в начале. Это дождик. Куда он этого вампиреныша опять на воду влепит? Нет, не на воду.
И все, хочешь сказать? Я не верю. Ну, попробуем тогда сделать так. Так. Сюда. Здесь поставим. И дождем. Сейчас посмотрим. Так, он заклинашку уже тратил же тут. Призывал этих. Наносит 2 единицы урона. А, окей. Усилить атаку, что ли, а? Не знаю, я кто там у него. Посмотрим. Так и думал. Блин, на следующем ходу у него сработает защита, да? Слушай, он заколебал. Еще и кенгуру позвал. Опять. Так, ладно. Три единицы урона нам влетит. Сейчас 3 единицы урона. Кому? Конечно, грибу достанется. Посмотрим, что у него там есть. Ну тут уже... Тут уже все, ребят. Просто уже... Шесть, четыре... Давай смотреть. 6 и 6, 12, да? Так, плюс 1 и 1 прокачивает. Тогда, скорее всего, ему кранты, ребят. Все. Лучше на такой ноте завершить, чем этот. Опять же, ребята... Практически как бы выклинчил. Дайте мне, пожалуйста, вот этих вот. Все шиворот на выворот, да, идет. Абсолютно все. Ну что, друзья, я не скажу, что мы все ежедневки выполнили. Эта ежедневка очень длинная и долгая, 300 единиц урона. Ты сам видел, с каким у нас трудом все это идет. После 40 уровня, ребят, вот так вот постоянно. Кстати, кто-то сказал, зайди. Новых прими. Все, принимаю новых. Ребята, еще раз говорю, если я играю, не надо заходить или предлагать мне поединки, потому что я играю. Это очень сильно нервирует и отвлекает. Ну все, на этом закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.